Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua. Перед вами 4 модели. Модель DHL, серия W8. Справа налево у нас идут модели от самых простых до самых навороченных. Значит, справа у нас модель идет DHL W8 обычный. Основные технические характеристики — это MTK6589. Он не турбированный, 1200 мегагерц, памяти у него своей 1 оперативной и 4 встроенных. Разрешение экрана 720 на 1280. Дальше у нас идет W8+. Основное отличие в том, что у него все такие же характеристики, только уже разработчики впихнули в него Full HD разрешение экрана 1920 на 1080 точек. Далее W8 Beyond. Beyond у нас отличается от V8 Plus только тем, что у него все те же характеристики, но разработчики сделали ему турбированный процессор с частотой процессора, с частотой каждого ядра 1,5 ГГц. И самый последний вариант — это W8S. Вариант, который отличается от Beyond только лишь тем, что у него 2 гига оперативной памяти и 32 встроенных. У него Full HD экран и у него турбированный процессор. По баллам, как вы видите, эти модели, скажем так, соответствуют своим характеристикам. То есть Vantutu набрал эта модель 13469, больше, чем этот, потому что этому сложнее обрабатывать такую графику с таким же процессором. Но уже с турбированным процессором модель справляется с таким экраном лучше. Как мы видим, оперативная память никоим образом не влияет на производительность. Но не в этом суть. Как бы тест основной заключается в том, что как ведет себя аккумулятор в этих моделях, потому что очень часто люди интересуются: вот выбираю между V8 и V8+, V8 Beyond и V8+, то есть будет ли аккумулятор садиться быстрее, будет ли влиять этот турбированный процессор, эти 2 гига оперативки, это Full HD разрешение. Поэтому я проделал ряд тестов на этих 4 моделях и, в принципе, готов вам это все продемонстрировать. Значит, первое, в чем я тестировал эти смартфоны, это, конечно же, Antutu Tester программка. И давайте смотреть, что же у меня получилось. Сейчас я буду открывать эти скриншоты. Значит, как вы можете видеть, и как могу видеть я, 558 баллов набрала модель с обычным экраном. Напоминаю, что аккумуляторы у этих моделей 2000-е, 2000 мАч, стандартные, то есть тут никаких других вариантов нет. 558 баллов набрала вот эта вот модель. 499 V8+, 498 Beyond, 469 V8S. То есть, как вы можете видеть, оно идет от простой модели идет максимальный результат. Разницы между вот этим результатом, он настолько, разницы нет ее, то есть это мизерная разница, и на это можно даже не обращать свое внимание. То есть однозначно можно сделать вывод, что V8 Plus с обычным экраном потребляет меньше энергии. Но разница не очень велика, то есть 500 и 560, ну это разница чуть более 10%. Так, это синтетический тест, и теперь тест физический, скажем так. Я тестировал эти смартфоны в Epic Citadel. Давайте смотреть, какие результаты у нас получились тут. Значит, ситуация полностью идентична. Полностью идентична. Единственное, что вот этот вот телефон я немножко опоздал со скриншотом, и все телефоны у меня разрядились вот 19, 14, 13, а эта модель разрядилась у меня на 4%. До 4. Но по результатам вы можете видеть, что какого-то там полдня работы, купив себе обычный HD экран, пожертвовав, допустим, классным качеством, если вы не фанат игр,
вы не выиграете. То есть в игре в максимальной нагрузке смартфон W8 продержался у меня 3 часа 7 минут. Эта модель V8 Plus 3 часа 5 минут, 3 часа 5 минут 33 секунды, тут 46 секунд. То есть эта модель чуть больше, но опять же она разрядилась больше. То есть эта бы модель еще больше продержалась бы. И этот смартфон 3 часа 2 минуты. То есть абсолютно такие же результаты, которые мы увидели в Antutu тестере, мы видим, в принципе, сейчас в физическом тесте, когда я прогонял его, эти смартфоны, в игре. То есть можно сделать такой вывод, что да, действительно, чем больше разрешение экрана, и это влияет именно вот в основном... Именно разрешение экрана, турбированный и нетурбированный процессор, ну вот между этими моделями разницы практически нету. То есть, вот у этой модели, скорее всего, могу предположить, что это будет такой же результат, я думаю, вот как вот эти вот. Если поменять аккумулятор, то есть, ну, может быть, аккумулятор такой мне попался. Допустим, другой аккумулятор поставить, я думаю, будут вот эти вот результаты. Но это настолько несущественно, что я не знаю. То есть, можно сделать вывод, что да, действительно, от разрешения экрана зависит немножко работа аккумулятора, расход энергии. Но, как я и говорил всем, кто мне задавал этот вопрос, это очень-очень-очень незначительно. Существенных каких-то, даже результатов полчаса вы не добьетесь, купив себе HD-телефон вместо Full HD. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Всего доброго.